Все, я вас больше не трогаю. Перемещать, здесь просто их не видно издалека. А только так, максимум. А там не влезает просто в объем. Ну, даже вот я приближаю. Сейчас разберемся. Запись концерта, поэтому, в принципе, только что все такое. Вперед назад могу сделать. Но если там вот стоять, то неудобно будет. То есть только сбоку видно. Ну, ну здесь еще и Ника, наверное, будет снимать. Вообще всех. Ну вот она написана, она и будет снята. На Нику. Нет, для себя. Вот здесь. Твоих на том хватает, в принципе. Субтитры создавал DimaTorzok.
Я просто от тебя спрятался. Вот, вот. О! Древняя мудрость родится
вернутся и вновь. Не покупаются, не покупаются добрые имя, талант и любовь. Не покупаются, не покупаются добрые имя, талант и любовь. Была песня Булата Акуджавы, написанная им кинофильмом «Буратино». Песенка «Тортилла» она называется. Не случайно мы ее выбрали, потому что на самом деле второе наше название, которым мы очень гордимся, которое нам дали, в общем-то, наши коллеги, товарищи, это театр песни. Ну, конечно, еще надо заслужить, чтобы поставить свое название театр песни. Но мы стараемся, шаги уже сделали. У нас есть несколько спектаклей по Роберту Бёрнсу «Вечер в таверне» и по классикам 19 и 20 века, так с таким названием 19 век. Так что, как бы, театр – это наша любовь. Театр и песня, они всегда с нами. И песня, которую вы сейчас услышите, в общем-то, она и к нашим спектаклям очень подходит. И кроме того, это песня моего очень близкого, хорошего друга, к сожалению, которого нет больше с нами. Он погиб во время штурма Норд-Ост, ему был 31 год. Он перевел к этому моменту перевел массу английских песен и американских, перевел мюзикл «Чикаго», вот, который до сих пор идет на московских сценах, и сочинил массу песен, которые живут до сих пор вместе с нами. Я очень рада, что Алена взяла свой репертуар песни Александра Карпова, или как он любил себя называть, Александр О. Карпов, потому что в душе он был ирландец. В стране с очень странным названием «Мать», которую и описать не беру. Среди лимон, чая, рябины, берез, где вырос я, русоволосый нос, в животе мне дар не живется, и рвется душа за порог. Туда, где ближе север, где Вельский клевер, где Бог и вечер дополог, бурлит в моих жилах ирландский задор, чудятся джиги и море простор, зеленый ковер изумрудных холмов, старинные саги и песни бардов, заставные кубки, верные кружки, когда-нибудь выпадет срок. Хоть в пьян, хоть придумлен, я в дубле придумлен, братом я им и не братом. Так пойду же найду, блин, дорогу в дубле, пойду, блин, найду, блин, найду. Меня встретят добрые кельты и вежливо так спросят. От кельты! От кельты, от кельты, меня спросят кельты, а ежели ты кельт, пьешь ли эльты? Пусть пена из кружек стекает на стол, но в год хожу я процентов на сто, и примет с почетом родную семью, продолжу я дальше дорогу свою. Кормить и поить меня будут ирландцы, выучит песням и танцам. А я обучу их во имя единства российскому гостеприимству. Так когда ж, когда, блин, далекий мой, да, блин, придумлен, когда, блин, туда, блин, сюда, нет, хоть придумлен, я вдумлен, придумлен, 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 туда. Так пойду ж, найду, блин, дорогу, вдумлен, пойду, блин, найду, блин, найду. Потому что там он родился и вырос. Он считает, может себя считать кем угодно, московским, там,
напоминаю, гражданина мира, мы знаем, что он из Обнинска, Михаил Щербаков, люди Сухопутья. А в море плавают медузы, корабли борются с волнами. На край земли везет он грузы, чтоб на краю земли завод не знали. Луной по океану серебряные прутья не спится капитану, а мы люди сухопутья, уйти труднее, чем остаться. Сломаться легче, чем согнуться. Забыть труднее, чем расстаться. А сгинуть проще, чем вернуться. О, как она заплачет тебе, прижавшись грудью. Дай Бог тебе удачи, а мы люди сухопутья. А здесь молиться должен кто-то, чтоб выжил ты и в бурю спасся. Пусть вы, морские Дон Кихоты, а мы тогда земные Санчо Панса. И пусть несет вам случай удачу или горе, мы ждать умеем лучше, чем те, кто плавают по морю. Две попытки остаться.
остаться, чтобы не разминуться. И что сегодня Джадас нам станет горьким лекарством успеть им по жизни. И чего мне стрематься белой кошке в окрошке парус надежды. Друг друга, когда им станет
следующая песня автора Ирины Богушевской «Суламиф». Твои стада бегут по нами по склонам гор, мой желанный. Поет трава в свои шелка, вобрав весь блеск шального солнца, вижу я тебя. Thank you.
зачем мне эти крылья, сложил их на перо для подушек. Темной, бедный дровосек.
Младший сын был ростом с пальчик. Как тебя унять? Спи, мой тихий, спи, мой мальчик. Я дурная мать. Да летают редко вести к нашему отцу. Подарили белый крестик твоему отцу. Было горе, будет горе, горю нет конца. Да хранит святой горе твоего отца. Младший сын был ростом с пальчик, как тебя унять? Спи, мой тихий, спи, мой мальчик, я дурная мать. А каждую зиму у нас в Обнинске проходит фестиваль памяти какого-нибудь из классиков авторской песни. Вот зимой 2014 года мы вспоминали Владимира Ландшера. И песня вам всем известна с детства. Алые паруса.
Александра Карпова. Сейчас он живет в Москве, Игорь Белый, проводит концерты в клубе «Гиперион» в книжном магазине. Песня называется «Три котенка». У бабушки это было три котенка, три зверька, котята, не собачки. Но бабушки этого обходили сторонкой, через выселки шли мимо водокачки. А мы шли мимо водокачки, обходили, как возможно. А мы шли через левое плечо, в привале осторожно. Зеленого цвета, как трава в апреле у калитки. Невольно косился, пропадал до рассвета, иногда умел играть на скрипке. Ай, вы умел играть на скрипке полнолунными ночами. Ай, вы безлунными ночами ничего не замечали. Ай, вы, ай, вы. Накрапывал дождик, облака в обиде, на безветрие склывали солнце. Второго котенка так никто и не видел, его бабушка прятала в колодце. Ай, вы в пустом колодце, на отшибе темном и глубоком. Ай, вы единственным оттуда, он подмигивал мне оком. Ай, вы, я помню, лето, месяц на ограде, стук сапог военных через сени. А третьего не разрешали гладить по субботам или воскресеньям. Ай, вы давали гладить по пушистой шерсти мягким нитям. Ай, вы так плохо помню бабушку, я этого извините. Ай, вы, ай, вы, ай, вы, белая акация, грозью душистая.
Девочки,
вернуться назад. Значит, песня называется «Холода». Она, значит, слова ее написаны поэтом Владимиром Павлиновым, который канул бы, наверное, в безвестность, если бы автор Александр Басин не написал музыку. Такое бывает. То есть при жизни он был геологом, не профессиональным поэтом. При жизни один только сборник вышел под названием «Общежитие». Вот. И на его стихи два автора написали вот две песни, которые в быту авторской песни вот ходят. И таким образом мы его знаем. Но на самом деле его четверостишие знает абсолютно вся страна. Выдранное из стихотворения, вставленное в стихотворение другого автора, из него сделали шлягер. «Вижу тени наискосок, рыжий берег с полоском моста». Да? Только у него было «режут тени наискосок, рыжий берег с полоской ила». Вот выдрали одно из четверостишие, вставили слова другого автора, и таким образом, то есть мы не знаем его имени. А это песня про войну. Действительно, он в детстве пережил эвакуацию. Все правда. Да. Знаете, мы хотели бы сказать очень большое спасибо ребятам из Калуги, которые провели вот это мероприятие в Масленицу. Но, к сожалению, нужно уезжать, поэтому, ребята из Мужда, спускайтесь скорее вниз. Спасибо вам большое. Да, перерыв.
со снежные холмы, и ночи нет конца. Эвакуированы мы, и нет у нас отца. Забыл я дом арбатский наш, покой и тишину. Я брал двуцветный карандаш и рисовал войнушки, танки красные вперед, под грудой красных стрел вниз падал черный самолет, и черный танк горел сей снежней зимы. Не будет ни Украина сейчас вот такая вся в огне, а потом мы врач, Курик и Ващенко сами. Ну и Юля украинская.